пригласили в какой-то бар, кафе, дискотеку, непонятно. Типа за то, что с девочкой придешь, то бесплатно кормят, а девочки еще 1000 рупий платят. Такое, как по мне, такое кальдячеством попахивает. Ну, сильно хвалят, что не шлющи, не шлющи. Поэтому поедем, проверим и все вам постараемся показать. Ладно, бонусы поперли. Молочный коктейль, вода. Пицца. Бесплатно, наверное. Бесплатно. Да. Креветки бесплатно. За который бесплатно кормят, и поэтому нам принесли еще одну пиццу, которая называется морская. Сверху. И литр кока-колы дают бесплатно. Представляете? Вот, пожалуйста, 1000 рупий заработали, 2 пиццы съели, 2 литра колы выпили. Да? Да.